Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру «Симулятор автомобиля 2». Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видео. А находятся они, конечно же, в моем багажнике. Поэтому давайте выйдем вот так на улицу и, собственно говоря, пройдем к багажнику. И, конечно, давайте раз, два, три. Та-дам! Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. А также, дорогие друзья, в этом ролике на мою машину попадает подписчик Кирилл Фролов. Он под прошлым роликом написал больше всех комментариев. Поэтому, если ты тоже хочешь попасть ко мне в ролик прямо на машину, вот так, чтобы я твой ник написал из Ютуба себе на тачку, то тебе нужно постараться и написать комментариев больше всех. Я посмотрю, если это сделал правда ты, то ты попадешь в следующий ролик, и это круто. Поэтому, Кирилл Фролов, я тебе передаю привет, ты красавчик, и ты реально помог. А также, дорогие друзья, если вы на этом канале впервые, обязательно подпишитесь прямо сейчас и помогите мне добить уже, собственно говоря, 75 тысяч подписчиков. Я надеюсь, что вместе с вами у меня получится и до конца Нового года добить 100 тысяч, потому что мы с другом поспорили, он сказал, что у меня ничего не получится. У вас, наверное, что же такое было, что вас кто-то не верил, говорил, что, блин, у тебя не получится, все. И я вот хочу тоже вот доказать и вот показать им, что реально я смогу. Поэтому, ребят, обязательно, если у вас тоже когда-то были споры, ну помогите мне в этот раз тоже. Подпишитесь на канал и давайте поможем мне добить 100 тысяч до конца этого года. Я надеюсь, что у нас реально получится, я смогу выиграть этот спор. И давайте поэтому для начала добьем хотя бы 75 тысяч подписчиков. В общем, дорогие друзья, сегодня у меня очень интересная идея возникла в голове, которую я решил снять. Она просто пушечная, поэтому присаживайтесь поудобненькому, берите чай, кофе, чипенюшки и садитесь смотреть. В общем, ребятушки, я сегодня решил сделать очень интересный и не похожий ролик на другие. Сегодня я решил, собственно говоря, сделать очень крутую штуку. Как вы знаете, у нас в игре вышло обновление, в котором мы можем писать не только, собственно говоря, делать тюнинг, там, красить ее в разные цвета, кляксы делать, там, наклейки, писать там какие-то цифры, спорт. Ну, то есть можно писать что угодно. И сегодня у меня была идея, знаете какая? А что если написать свой реальный номер на машине и посмотреть, зайти в онлайн и посмотреть, кто-нибудь позвонит мне или нет? Интересно, реально же это крутая идея, поэтому давайте попробуем это сделать. Сейчас я с вами вместе еду, собственно говоря, в детейлинг-центр, где мы будем, точнее, в покрасочную, и нанесем там мой реальный номер на машину. Потому что мне действительно это очень интересно. Будет ли вообще мне кто-нибудь звонить из подписчиков, спрашивать что-нибудь? Потому что обычно, ну, как бы мне на мой новый вообще телефон никто не звонит из подписчиков. А как бы и такой вот прикол я решил пообщаться, проверить, будет ли вообще какой-то ответ, кто-нибудь попробует ли позвонить, не побоится, и проверим это. Я напишу, что я Личи, и свой номер телефона напишу на машине. И посмотрим, сможет ли кто-нибудь мне позвонить. Поэтому давайте, заезжаем в покрасочную. И, кстати, колесо у меня крутится. Ребята, у вас был такой баг? Давайте-ка сейчас уберем вот эту штучку, точнее, Кирюха, без обид. Сейчас мы как бы снимаем ролик, ты в любом случае в ролик попал. А сейчас мы будем наносить мой номер. Поэтому давайте вместо, собственно говоря, Кирилла будем писать мой реальный номер из жизни, с которым я пользуюсь. Поэтому давайте, плюс 7 985, давайте даже вот так сделаем, чтобы не путались. Вот так вот будем писать: плюс 7 985, 455 86 22. Вот так вот напишем номер вот таким вот образом на машине и попробуем посмотреть, будут ли мне звонить. Попробую, получится ли поместить все эти номера на одной. О, отличненько, получается вроде бы. А если я напишу вот так 8, тоже, в принципе, может так, даже еще лучше. То есть я вот пишу вот свой личный номер на машине и посмотрим, сможет ли кто-нибудь мне позвонить, собственно говоря. И также с той стороны теперь берем еще один винил, собственно говоря, ставим его теперь на вот эту сторону и также будем вводить мой личный номер, который у меня есть. Поэтому давайте также будем писать 8 985 455 86 22. И все, и теперь тоже его наносим теперь на эту сторону. Ребят, за такой лайкос, за такой видос реально поставьте лайкос. Я вот реально не знаю, что из этого получится, позвонит ли мне вообще кто-нибудь. Это вот прям интересно. И, наверное, давайте еще на капоте его напишем, чтобы реально успели его списать и получилось прочитать его, потому что мало ли
Может, у кого-то не получится это сделать. Давайте так же. Пусть пишем 8-955-455-86-22. В принципе, не так уж тяжело и запомнить этот номер. Я думаю, что должно получиться даже суперски круто. Поэтому давайте также его наносим. Вот так вот, вот сюда. И напишу, собственно говоря, вот так вот. Отличненько. Нанесем его. Жалко, что не получается его ровно нанести. Вот так вот пишем. И напишу еще «позвони». Вот так вот «позвони». И посмотрим, позвонит ли мне кто-нибудь или нет. Не знаю, что получится из этого. Но, ребят, с вас лайкос за такой видос в любом случае. В любом случае, это круто. Попробуем это сделать. И давайте еще сзади его нанесем, чтобы точно. Хотя сзади его наносить смысла нету. И давайте, ну, тогда еще вот на машине слева напишем «позвони». Тоже красными буквами вот так вот сделаем. Отличненько. И нанесем его теперь тоже вот сюда. Вот таким вот образом. Я думаю, что должно получиться даже реально очень круто. Надеюсь, что реально кто-нибудь позвонит, и я с кем-нибудь поразговариваю, пообщаюсь с подписчиками. Это круто. И, в принципе, все. А теперь мы можем заходить в онлайн и ехать, собственно говоря, на сервак разработчиков. Ребят, тоже заходите на этот сервак. На нем обычно мы снимаем ролики, там разработчики иногда там появляются. И сейчас туда будем подключаться. Поэтому, ребят, с вас лайк на этот видос. Я не знаю, что из этого получится. Я немножечко волнуюсь. Надеюсь, что... ладно, давайте. И давайте подключаемся. Поэтому посмотрим, что получится. Сколько там людей играет, я вообще не знаю. Что там, кто там. Но игроков реально что-то очень много. На самом деле, ребят, посмотрите, тут реально игроков реально очень много. И много кто реально ездит, ребят, в игре. Это прям на самом деле круто. Так, ну давайте теперь, собственно говоря, будем ехать куда-нибудь на какое-нибудь место и позовем всех игроков, пускай едут на стройку. Напишу «едьте на стройку». Вот так вот напишем. Дальше я напишу, что это сюрприз. Это будет видос, это личи. Вот так вот напишем. И теперь напишу еще все на стройку. Вот так вот напишу. Пускай все едут на стройку, и там будем собираться. Надеюсь, что они реально увидят то, что у меня на машине написано это. Кстати, по-моему, они все в одном месте, ребят. Кстати, по-моему, они... А нет, они не на стройке. Они находятся на каком-то, собственно говоря, месте. Там какая-то туса-джуса. Ну, а мы едем на стройку. Надеюсь, что все ко мне подъедут, и там уже будем с вами встречаться. Отличненько. Давайте все, продолжаем путь, собственно говоря, и можем отправляться уже туда, куда нам нужно. Поэтому давайте так и сделаем, дорогие друзья. А с вас, конечно же, лайк, ребят, за этот видос, и как бы все такое. Поэтому давайте все. В принципе, мы уже едем в то место, куда нам нужно, именно строечка, и посмотрим, какие-нибудь игроки смогут ли на меня обратить внимание и кто-нибудь позвонить, потому что я действительно немножечко переживаю, потому что я никогда не ставил свой номер телефона, я не знаю, может быть, мне потом будут вообще названивать, звонить очень много, и видим, что тут уже есть, и, собственно говоря, вот он уже какой-то игрок стоит, Слава, вот мы уже видим, Слава, и надеюсь, он запалил то, что у меня есть, я напишу, я снимаю видос, догадайтесь, что нужно делать, вот так. И теперь, наверное, ждем, пока все соберутся. Теперь, наверное, просто будем стоять где-нибудь на стройке, собственно говоря, потому что тут у нас уже есть какие-то игроки. Есть номера, я сейчас буду ездить, собственно говоря, палить. Как вот видим, что у нас тут чувачок стоит. И вот какой-то Толик, к примеру. Давайте вот, пускай он увидит мой номер. Сейчас, я не знаю, встанем как-нибудь вот так вот. Попробуем развернуться и заставить его позвонить. Хотя я вижу, что он, я не знаю, видит ли он мой номер или нет. Давайте как-нибудь вот так развернемся, чтобы он реально запалил номер. Вот он мой номер, давай, Толик, смотри. Толик, смотри, что написано. Надеюсь, что реально кто-нибудь догадается, что делать, потому что я не знаю, что вообще будет происходить. Надеюсь, что реально кто-нибудь позвонит, но пока что я не знаю, я на карте, но меня видело только 2 человека. Я не знаю, что реально будет, в принципе, но надеюсь, что будет происходить. Надеюсь, что реально подключатся игроки, хотя никто не едет, я не знаю почему, но реально никто не едет. Вот Толик вроде бы как будто заинтересовался, посмотрите, он как будто двигается, я не пойму. Но, по-моему, он понял, что нужно сделать. На машине вроде бы написано, что делать, посмотрим, но пока что реально
реально что-то игроки не едут. Очень странно, ребят. Ну, за такой видос лайкос, я не знаю. Вот, к нам подъезжает уже Слава. И сейчас посмотрим, собственно говоря. Будет ли кто-нибудь звонить? Мне кажется, что походу никто не позвонит. Мне кажется, что никому это не интересно, в принципе. И, видимо, да, я не знаю, можно другой сервер куда-нибудь зайти и что-нибудь такое сделать. Ну, ладно, тогда, походу, надо будет отключиться, потому что что-то они реально... никто этого не делает. Ну, ладно, тогда что, пускай не звонят, что тогда. Поеду тогда куда-нибудь в другое место, где все игроки, и, может быть, там кто-нибудь догадается мне позвонить. И опа, ребята, мне уже звонит первый какой-то номер. Я не знаю, кто это, но... Реально поступил звонок. Давайте, ладно, примем. Я не знаю, кто это. Ну-ка, не удалось. Чего это? Он сбросил. Ребят, он тупо сбросил. Не понял, в чем прикол. Я не понял. Реально какой-то, как будто... Не знаю. Может быть, это кто-то вообще из друзей моих с другого номера позвонит. Но, наверное, друг бы мою трубку бы взял бы. Не знаю, может быть, он сбросил трубку, потому что испугался. Ну, странно как-то. Что-то происходит не так. Странно. Странно. Ну, окей, да, в принципе, наверное, это какой-то друг был. Ну, окей, ладно, потому что мне еще пишет, собственно говоря, мама о том, что всякую штуку. Ну, ладно, походу, опа, все-таки, да, ребят, мне звонит неизвестный номер. Окей, ладно, давайте примем. Окей, алло. Алло. Лич, это ты? Да, привет. Привет! Я могу тупить немного, потому что в первый же разговариваю с ютубером. Офигеть. А, это ты вот на этой девятке? Да. Нифига себе. А я так и подумал, я смотрю, ты стоишь что-то долго, ты походу записывал номер, да, все это время? Да. Блин, ну красавчик. Кстати, у тебя тюнинг на девятке очень крутой, мне нравится, как у тебя она посажена. Еще номер, да, у тебя 141? Нифига себе, крутая тачка. А ты понял, что это я, или ты подумал, что это фейк какой-то? Не, ну вообще много я видел фейков. Ну да. Я не думал, что попаду на тебя. Ну ты красавчик, то, что позвонил реально. Просто, как видишь, никто даже не подъехал сюда. Я пишу всем настройку, а тут, смотрю, никто не подъехал. Ну круто. А ты вообще в каком классе учишься? Я в четвертом. Нифига себе, красавчик. Уже уроки все сделаны сегодня? Нет. Почему? Потому что я играю. А, ну красавчик, ну вообще нужно, да, играть, но про школу тоже не надо забывать. Надо как бы и учиться еще всякое такое делать. Ну круто. У тебя как, можешь какие-нибудь вопросы задать, что-нибудь такое интересное спросить? А когда будет интервью с разработчиками? Блин, кстати, хороший вопрос. Я очень хочу снять с ними интервью. Я давно их просил, я давно писал, но они меня как-то игнорировали по этому вопросу. И вот что-то они мало когда мне отвечали. Ну, пока что я еще договариваюсь с ними, но надеюсь, что получится реально с ними договориться нормально. Что еще? Я хочу тебе еще вопрос задать. Ну-ка, давай. Откуда образовался ник Личи на YouTube? Ой, ну не знаю, я, короче, очень люблю этот фрукт, и я решил в честь него назвать. Я в детстве очень много их кушал, и мне он очень нравится по вкусу. Я решил, думаю, блин, почему бы не личи, вот так вот. И вот так вот решил сделать вот такие вот штучки. Чё ещё можешь спросить? Не знаю. Ну давай, чё ещё, можем чуть-чуть ещё, можешь спросить что-нибудь, ещё какой-нибудь вопрос интересует. Или больше ничего? О, кстати, крутой вопрос. На самом деле у меня сейчас машина, наверное, где-то штук 10. Не так уж и много. Вот я купил все из последнего обновления. И где-то вот штук 5-6 у меня вот Веста есть, Приора, что-то там еще. Я вот забыл, ну да, где-то штук 10, вот так вот. Ну, короче, ты любишь, да, в симулятор играть? Ну ты красавчик, Толик, кстати, то, что позвонил, прям, ну, респект тебе. Я думал, что реально, походу, никто не позвонит, потому что сейчас столько игроков, вот, на супре пацанчик катается, и реально, ну, что-то никто не звонит, боится, видимо, не знаю, испугались. Но в любом случае, может быть, из-за того, что линия тобой занята, может, поэтому не звонят. Ну, попробуем тогда еще что-нибудь кому-нибудь поспать. В любом случае, спасибо, давай тогда отключимся. Если что, пишу ВК, будем, если хочешь, там, видосы снимем, хорошо, что-нибудь такое. Все, ты красавчик, Толик. Давай тогда, давай.
Пока. Побольше тебе машины. Все, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Давай. Фух, ребят, вот это да, уже, короче, один просто подписчик уже смог дозвониться, он мне позвонил, и это прям жесть. На самом деле, это реально прям круто, я не ожидал, что мне реально напишет какой-нибудь, ну, точнее, позвонит подписчик, я реально был в шоке. Ну, не знаю, сможет ли кто-нибудь еще мне это сделать, потому что, ну, это реально как бы жесть. Надеюсь, что еще кто-нибудь позвонит, кого-нибудь как-нибудь там позвонить, я сейчас, наверное, в чатик еще напишу, потому что, ну, это какая-то жесть, потому что... Только один человек это сделал, не знаю, это нормально или нет. Поэтому давайте напишу еще, звоните на номер машины. Потому что, ну реально, что-то никто не звонит. Может быть, еще пару раз надо будет написать в чатик, потому что реально что-то никто не звонит. Ну пока что реально никто не звонит, не знаю, в чем проблема. Но опа, опа, еще один звонок. Ребята, ребята, звонок. Ну-ка, алло. Алло? Да. Да, это Личи. Личи, привет, это ты? Да, это я. А ты на Супре, это ты вот этот, Слава, да, получается? Да, да, я Данил. Очень приятно. Очень приятно. Ну, кстати, ты давно играешь в эту игру, Данил? Да, я давно играю, ждал очень сильно обновления. Блин, ну ты красавчик. Ну ты, а чё ты не испугался звонить мне? Ну, я решил попробовать. А почему у тебя ник в игре на Toyota Supra Слава, а тебя зовут Данил? Ты чё, с телефона брата играешь или чё? Да, я у него взял, потому что он мне мой аккаунт не разрешает сделать. А, пипец. Ну круто, кстати, у тебя Супра красиво. Тебе нравится, да, Супра эта машина? Да, классная тачка. Ну ты красавчик. Мне нравится твой тюнинг, прям клёвый цвет оранжевый, такая нормальная тачка, прям супер. Ну ты молодец, что позвонил, не испугался. Прям нормально. А. Блин, обновление, сказали, будет в декабре, где-то в конце декабря. Там, короче, будет мойка, 5 новых машин, Хаммер. Ну вот я знаю, что точно будет Хаммер. Какие-то еще 4. А вот что еще, не знаю. Вот, ой, тут еще какой-то чувак мне врезается. Ну вот такие вот, да, дела. Но там, короче, будет автомойка. Теперь можно будет машины мыть еще. Круто. Чего еще расскажешь? Блин, ну круто, да в этом нет ничего такого, я же смогу и с подписчиками пообщаться, все, это же нормально, как бы. Поэтому, кстати, можешь, если ты в ВК у меня есть, пиши в ВК, можем тоже видос поснимать, да, скоро. Да, я есть у тебя в друзья. Все, тогда супер, можешь тоже ко мне в друзья, ну там все это писать, и можем какой-нибудь видос снять, битва тюнингов, если хотите. С подписчиками можем какую-нибудь сходку сделать, на приор, да, что-нибудь класс. Такое. Да, я прям, ну, я играю каждый день в нее, как ты заметил, я же снимаю видосы прям часто. Поэтому такие вот дела. Данил, я да, тебе получается? После 2 часов мне дают поиграть, потому что я со школы прихожу. Я, кстати, в 7 классе учусь. Ого, ну круто, кстати, круто. Ты уроки все, да, сделал уже? Теперь телефон поиграть. Ну круто. Ну, спасибо, что позвонил, Данил. Я сейчас попробую еще. Может быть, у меня просто линия занята, может, кто-то еще позвонит. Посмотрим еще. Ну, спасибо, Данил, хорошо, за звоночек. Спасибо тебе, спасибо. Все, Витя. Давай, давай. Давай. Спасибо, спасибо, спасибо. Все, давай, давай. Фух, ребят, это жесть просто. Короче, уже 2 человека позвонило, и я реально в шоке от этого. Я реально в шоке, что все-таки звонят, но походу, но больше что-то никто не звонит. Не знаю, тут реально возле меня столько игроков, но я не знаю, почему никто не может позвонить. Я напишу еще раз. Звоните по номеру, который на машине. Это ролик. Это ролик и это Личи. Надеюсь, что реально кто-нибудь позвонит и сможет мне еще что-нибудь сказать. Ну, потому что реально, посмотрите, столько игроков, но что-то все, ну, никто не звонит. 3 человека, вот Толик уже звонил мне, Толик, не, ну, ему смысла нет звонить еще раз. Но реально, что-то не понимаю, никто не больше не звонит. Опа, еще один звонок. Ребят, еще один звонок поступил. Какой-то опять с номера левый. Ну, так, я не понял. А, так, давайте примем. Алло? Алло? Алло?
Ребят, он сбросил. Он, короче, просто сбросил. Это жесть, это жесть. Ну, короче, прикольно. Походу, никто больше не позвонит, но в любом случае, я рад, дорогие друзья, что каждый, что два человека смогли до меня дозвониться, Толик и Данил, прям просто красавчики, реально респект. Реально, не бойтесь звонить, как бы, можете позвонить, когда я вот ролик. Так обычно, вообще не надо звонить на этот номер, потому что я могу спать, заниматься своими делами, кушать, там, где-то там находиться, не надо. А вот так, когда ролик, да, это реально круто. Поэтому, ребят, в принципе, на этом все. Если вам ролик понравился, то обязательно подписывайтесь на канал. Я хочу на этом ролике собрать максимальное количество лайков, потому что реально с подписчиками снимать интересно. Если тоже захотите попасть в ролик, заходите на сервак 2.130.706.432. Вы всегда можете меня там увидеть, поснимать со мной видос, потому что реально это круто. И вот на этом все. Так что, дорогие друзья, кодовое слово в этом ролике пускай будет пирожки с вареньем. Все, кто напишет слово пирожки с вареньем, попадут в мое следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. И всем до скорых встреч!